Всем привет, подписчики мои, и мы сегодня приехали на крутейшую охотничью рыбацкую базу «Залив», где находится в Ровенской области. Очень классная база, сейчас я вам немножко ее покажу, где на вечерок у нас будет рыбалочка. Выплывем, здесь огромные болота просто, где очень много утки размножается, плодится, где у нас будет крутая на осень охота. Бобку не брал в этот раз, так как он после укуса змеи отходил очень тяжело уже. Первый раз, когда его укусило, то там помогло 3 укола, а в этот раз возил 3 дня на капельнице, там промывали антибиотики, то он сейчас слаб, то пускай сидит дома на больничном. А мы так приехали в разведку, чтобы потом с ним на осень сюда приезжать на крутую охоту, так как здесь очень много утки, огромные болота, сейчас я вам покажу. А сейчас я гуляю в вольере, где водятся лани. Я их никогда не видел. Говорят, что они есть в дикой природе у нас где-то в Карпатах или там рядом в Венгрии. Очень интересно сейчас посмотреть. Здесь много вольеров держат, очень много разных животных. Такой вот комплекс классный. Так что пошли, ребята. И, кстати, кто любит футбол, можете ставить на чемпионат Европы или на другие футбольные турниры. А по моему промокоду, который закреплен в комментарии, вы получаете бонус при первом пополнении до 6500 рублей. А мы пошли, ребята. Покажу вам эту базу, эту красоту. Как здесь классно, красиво. Погнали. Вот, смотрю, салонец такой вот стоит. Этим ланем. Как я помню, делал такой салонец. Я зарезал, взял. И такой взял брусок соли, поставил. То здесь вырезали квадрат и потом пропилили. Дождь будет окапать, оно будет стекать, и я не буду себе лизать. Также классный салонец сделали. Пошли, ребята, прогуляемся. Хочу увидеть этих ланей. И там много разных других животных. Покажу вам еще. Ребята, а там я увидел редких белых ланей альбинос. Очень редкие. Белые, ребята. Это как есть где-то в Африке. Передачу смотрел. Рождаются люди, альбинос белые. И их, короче, там то руку отрубают, то ногу, то ухо отрежут. Типа на талисман, что они приносят удачу. Эти придурки. Бедные там эти люди страдают, дети. Пошли поближе, покажу, может удастся заснять их. Класс, ребята, удалось немножко заснять. Так, блин, они пугливые такие. Побегал тут за ними в этих лесах. Будем идти дальше. А здесь, ребята, горный баран. Муфлоны. Посмотрите, какие они. Сейчас подойдем ближе. Здесь такая кормушка для них сделали. И они приходят кушать. Прикольно. Первый раз вижу горных баранов. Муфлонов. Какая красота. Хорошо, что есть
такие вот базы, вольеры. Что так делают для животных, где они себе спокойно живут, а то бы в дикой природе это быдло бы все перебило бы. Красиво. Здесь такой вольер, ребята, посмотрите, маленькие козочки, посмотрите, какой сырун маленький, маленькие кабанчики отдыхают, какие прикольные, живут так вместе, козочки, поросята, ого, сколько их там много, такие вот кабанчики, класс. О, к маме пристает, дай отдохнуть, засранцы. Кто-то принимает грязевые ванны там, и там далеко такие свинки вьетнамские, по-моему. Не пристраивайся к маме, ты посмотри, что он делает. Ребята, а здесь пони. О, здесь много этих свинок. А здесь пони, красивые такие вот маленькие лошадки. Иди сюда, поглажу. Ох, и запах какой водоема, сразу болото. Здесь вот так, ребята, сейчас я вам покажу. Километры затопленные болота. Здесь круто на охоту на утку. Так, иди сюда. Такие вот здесь лошадки. Ребята, прикольно. Пошлите, дальше вам покажу эту базу. А здесь, ребята, гостевые домики, бассейн и баня. Люди вот приезжают с семьями, с детьми. Здесь вообще класс провести время, отдохнуть. Такая вот база. Прудик здесь такой вот сделали. И даже есть здесь спортзал. Фитнес всякое такое. Вот. Класс. Беседочки. Люди отдыхают. Стадиончик. Вот. О, пошли на стадиончик. Вот это я любитель этого дела. Сейчас, тем более, чемпионат Европы идет, как наши сборные играют. Смотрю. Так. Удар в девяточку. Фух. О. Фух. На, голешник. Красава. Люблю футбольщик побегать, погонять. Так. Вот это класс здесь. На вечерок. Фух. Ах, не подкрутил девятку. Ладно, пошли, ребята, дальше. Баскетбол, волейбол. Также в детстве, помню, щиты сделал. И кольцо было от бочки прикрутил. Во дворе играли, одноклассники приходили. Фух. Фух. Эй. Фух. Фух. А, вот, да. Я вспомнил. Нужно бросать в верхний угол квадрата. Отпрыгивает сильно. Есть. Фух. Есть. Фух. Фух. Есть. Класс, ребята. Обалденная база. Все. А здесь, ребята, ресторан. Беседки, люди приходят. Вот покушать. Классно. А мы пошли к водоему, ребята. Здесь, ребята, вот лодки. Можно брать на охоту, на рыбалку. Каноэ. По каналам плавать. Это вообще класс. Посмотрите, какие здесь каналы. Сколько здесь, блин, утки. И интересно порыбачить. Что сегодня поймаем. Такой мостик здесь. Классный. Да, рыба должна быть.
Пошли, ребята. И такие вот пруды. Интересно, что здесь выращивают, какую рыбу. Лебеди плавают. О, пошли туда. Очень здесь красиво также. Сколько лебедей вот держат. Привет, красава. Как там здесь поживается? Отлично. Извиняюсь, что хлебушек не взял. Не знал, что вы тут есть. Вышка такая под охоту. Посмотрите, вылезти и ждать самого сутрица, когда будут пролетать утки, стрелять. Класс. Так как здесь болота, площадь просто нереальная. И рыбы здесь, в этих каналах, болотах, интересно порыбачить. А если нет, то здесь еще много прудов таких вот классных. Сейчас я запущу вам квадрокоптер и покажу вам эту территорию, эту красоту. Так что полетели! Друзья, а сейчас идем с самого сутрица на рыбалку. Думал с вечерка порыбачить, но пока приехал, пока там полазил, вчера жарило так, то уже и не было когда. Думаю, сутрица будет вообще классно. И думал взять каяк или лодку поплыть. Но смотрю, что если ничего здесь не будет или какая-то будет плотва задалбывать здесь, то мы перейдем просто на ту сторону, на тот пруд половим. Так что идем, взял вот две удочки своих классных, садок, и сейчас посидим с утреца, порыбачим, посмотрим, что здесь, как здесь. Пошли, посмотрите, ребята, рассвет сейчас с самого утреца, очень красиво, тихо так. Сейчас прикормим и половим. Может, сначала с этой стороны посмотрим, что на этих болотах. А потом на прудик пойдем. Пошли, ребята. Так, здесь такие вот места. Посмотрите. Можно сейчас немножко травку вырвать и закинуть. Класс. Так, пошли. Расчистим себе здесь место. Можно ножик взять. И разматываем, берем удочки, забрасываем. Одну на червяка, а вторую на опарыш. Все, закинули одну удочку на червяк, а другую на опарыш. Все, кайф. Будем ждать, ребята, самого сутрица. Это красота. Порыбачить, когда тихо еще. Думал, комаров будет куча, но нет. Мухи только какие-то дедзы здесь. Класс, а то из-за этой погоды, блин, постоянно эти дожди, невозможно было куда-то выехать, порыбачить. Может, наладится вот уже, и будем куда-то выезжать, там на речки, на пруды, с лодочки рыбачить. Ребята, красноперка задалбывает, клюет, ловится. Сейчас еще немножко здесь побудем. Пошел, прикормил тот пруд длинный.
Там, может, какого-то карасика, карпика можно будет поймать, а не здесь просто тратить время. Вот кишит. Здесь также прикормил, вот. И мелочи вот кишит. Видите, ребята, сколько ее. Вот. Вот такая вот плотвичка. Клюет, задалбывает. Перед этим поменьше поймал. Так. Эту можно брать в садок, если что, пожарим. Еще, ребята, одна такая вот красноперка. Вот ее можно наловить кучу здесь. Ну, охота что-то побольше. Карасика, карпика. Половим еще немножко здесь. На червячка не хочет. Вот сразу клюет. Да, блин. Ребята, мелочь задалбывает. Пошли попробуем на пруду шо. Ребята, пришел сюда на этот пруд. Закинул одну удочку на кукурузку с опарышем на червячок. А ту просто на опарыш. Половим здесь, посмотрим. Может, здесь будет поинтересней что-то. Рыба ходит. Там выпрыгнула. И когда я там рыбачил, также услышал, что здесь что-то выпрыгнуло хорошенькое. Карп есть. Что-то, ребята, вообще ничего не хочет здесь, на этом длинном пруду. Прошло уже больше полчаса. И ни единой поклевки. Все на месте. Перекидывал, странно. То пошел вот сюда, здесь. Хоть это, какой-то плотвички подергать, чтоб клевало. Здесь ловлю, вот, дергаю такую вот плотвичку. Говорят, что там просто бобер понарывал проходов. Они запускали, и рыба смоталась, короче, сюда, в эти болота. Может быть, ну что-то выпрыгивало пару раз. Конечно, там какой-то карпик остался. Видно, немного, но не хочет брать. Но также развелось там этой красноперки, плотвички куча. Чтобы здесь где-то заплыть, конечно, расчистить, прикармливать. Постоянно. Тогда бы рыба подходила и была бы рыбалка. Но ничего. Себе разведали такую вот да то базу крутую. Под охоту уже. Где будем приезжать на осень. А сейчас еще немножко порыбачим. И будем собираться, если вот эта фигня клюет. Посмотрите. Три маленькие уточки плывут. Прикол такой. Такой вот мой улов, ребята, посмотрите, сколько этой плотвички, даже спиннинг здесь не бросал, вот здесь только жратвы этой щуки. Вылез на охотничью вышку, и какая открывается красота, каналы, пруды эти, болота такие, утка кричит там, выдра какая-то переплывает. Красота, ребята. С рыбалкой немножко не заладила здесь. Так как куча развелось этой красноперки, задалбывает. И здесь, блин, видно, перебивает кому-то что-то клюнуть хорошенькому. Но ничего, да то, говорю, приехали, разведали такую вот классную базу. Где мы на осень будем себе приезжать, так как охота куда-то уже повыезжать. Есть классное ружье и поохотиться на утку. То здесь, я думаю, у нас будет много классных видео, будем приезжать. И вы также приезжайте вот на такую вот классную базу, где классно погулять, походить здесь. Много вольеров, животных себе. Это класс. Так что, кому понравилось такое вот видео, пиши и ставь лайк. Всем пока.